Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, кто когда смотрит. Мы для вас сняли ролик, как длится сеанс. Технические моменты, что я делаю понемножку, и как это время длится. Все я уложил в полчаса. Приятного просмотра. Ставим лайки, подписываемся. И если будут пожелания, пишите в комментариях, буду их учитывать. Все, приятного просмотра. И последний колпачок наливаем. Сейчас будем делать... Как эту девушку-то зовут? Тея Салат. Тея Салат? Угу. Тея Салат перекрывать Юльке Неуйминой старую розу. Каналья! Перекрывай. Так, что мне еще надо воду налить и... И иголки взять, и будет все готово. Может, вот, ты тоже что-то хочешь вот сказать? Вот, покажи вот эту, какую мы штуковину делаем. Я вообще думал... Это трансфер. Давай, ручку тебе побри. Тебе когда-нибудь мужчины руки брили? Я тебе больше скажу, мне и женщины их не брили. Я их сама не брила. Я первый раз лишаем... девственности, короче. Сейчас буду переводить трансфер. Кавэхаб, кавэхаб. И ну, кавэхаб. Нифига, блин, сколько много волос. Видишь, рука белая? Угу. Может, тебе витаминов не хватает? Я пью. Мне кажется, именно так. Так, сейчас я... Кстати, больно, да, сейчас? Ну, такие, нет? Сейчас ее торкнет от спирта чуть-чуть это. В кожу впитается. Может, ты мне нам расскажешь стаканчик? Так, давай сейчас руку расслабь вообще. Встань. Расслаблено. Рука расслаблена, да? Да. Елена, здравствуйте. Ага, нужно будет подойти. Угу, нужно будет подойти к калитке на домофоне, нажать 150, кнопка вызов. Вот так вот будет. Все. Все место приготовили. Пойду посмотрю, кто что делает. Покажу, как правильно красить надо. Кузнец, я что-то забыл, как красить надо. Ничего, Юля, нормально будет все равно.
Любую татуировку можно переделать, ты же знаешь. У тебя уже опыта-то много. Тем более это. Я ответственность перед клиентом я несу. Помнишь, подписывал эту бумагу? Или она не подписывала? А я не подписывала. Опан, сон. Вот это подстава. А там что, кстати, за бумаги? Вы подписываете? Да я шучу насчет ответственности. Ну, что твоими данными мы там, твоим телефоном пользуемся. А, персональными данными? Да. Передача персональными данными? Да. Потом это... Можем то, что тебе позвонить в 3 часа ночи, на кредит на тебя оформить. А знаете, что вы сейчас? А вы несовершеннолетним же делаете, да, татуировки? Ну, здесь они с родителями пришли. А как вы увидите, совершеннолетний или нет? Паспорт просите? Да нет, конечно. Видно же по ним. Никто такого не было, что он несовершеннолетний, он говорил, что я взрослый. Ну, мало ли. В смысле, мало ли? Они же не за секретами приходят. А кто-то даже вообще специально сам с паспортом приходит, когда они, ну, адекватно оценивают, что они не тянут на такой возраст, что моложе. И прям сами там тычут, вот-вот, мне есть 18, посмотрите. Если долго мучиться, какая-нибудь хрень получится. Не переживай. Я уже не переживаю. Но я бы на твоем месте переживал. Слышала злорадный смех? Хотела снять тебя. Да я сразу все заберу. Я боюсь камер, да? Это он про какие-то эти по вечерние съемки, наверное, говорит. Мне кажется, я тоже. Если меня вечером снимать, я тоже постесняюсь, побоюсь. Что такое? Больновато? Больно. Ты что тут обманываешь людей? Что-то не получается, короче, ни хрена. Ну надо пробовать. Старайся. Да, да. В принципе, вот я вот с этими... Учись давай, учись. Да, да. Я говорю, вот благодаря твоей коже я все равно должен разобраться, как, ну, правильно по татуху сделать. Спасибо тебе большое. Моя кожа в дар. Да, за кусочек кожи. Завести бы какого-нибудь ассистента, знаешь, как у хирурга. Я там покрасил, он тряпочкой протер. Что, не мягко еще, да?
поярче прям, чтобы ну, твоя татуировка прям светилась. Представляешь, все будут смотреть вначале на твою татуировку, и потом на мир, и он у них в глазах прям поблекнет, который вокруг них станет серым и неинтересным. Магия. Да. Magic реализм. Так. Здесь у нас за портачок. Здесь черный. Надо сделать. Так, здесь вообще непонятно. А что же это черный? Так, ну вот кусочек фона сделали. Вот он прокрасит. Не просто гласит. Это недопустимо. Так, я протираю. Что, видно по кусочку? Сколько у нас? Угу. Сколько у нас до хера делов? Ну и все. Сейчас прорисовка назовем основные оттенки. Теперь вот прорисовываем. А тебе когда больнее? Когда контур ведут или когда закрас? Когда всегда. Идеальный ответ. Когда всегда, да. Это же не ожидал. Не так скажем. Мне вообще никогда не больно. А когда вы последний раз сделали? Давно. Просто подзабылось. Да. Ты выкупила что за чувство, да? Знаешь, какую иголку любят? Какой? Три раз. А, нет, четыре раз. Как долго учатся контура делать татуировщики? Да быстро. Просто очень долго время они кривые. Ровные. Ну это около сколько нервных окончаний. То есть если таких серого вещества поменьше, то подольше. Если наоборот, то соответственно быстрее. Жаль, нельзя сразу провести там обследование. Как человек соображает. Ну и может какие-то вещи ему больше повторять. Ну там кому-то один раз сказал, думаешь, он понял. А он вообще не понял. Ну, как Юлька. Не, ну ты же три раза татуху эту себе делала, переделала. Ну да, что теперь об этом напоминать. Пока ко мне не пришла.
Может, тебя не знала. Видно тут в целом, какая у нас штуковина яркая получается? Угу. Мне надо еще все это прорисовать. Сейчас я границы все подрежу вначале, чтобы было все четенько. Вот. Самое главное в татуировке это... Да и не только в татуировке, вообще в любом деле, чтобы было все идеально. Чем идеально твое производство, тем больше хотят люди к тебе обращаться. К работе менеджеров это тоже относится. Юля, поняла? Да. Пора уже завязывать херней заниматься. А то куда ни обратишься, везде халтура. Вот кондиционер, допустим. Мы купили, установили. Он так как толком не работал, так и вообще сейчас не работает. А деньги были неплохие заплачены. Почему так? Ну он же там подлежит обслуживанию. Там, по-моему, зимой его нельзя включать. Не-не, у нас он был именно такой, что зимой должен работать. А у нас ни зимой, ни летом. Я могу по телефону поговорить? Да, да. Ну ладно. Вот так у Васи даже спрашивает разрешение. Естественно. У меня здесь все жестко. Ну, давай. Ты просто хочешь татуху нормальную, да, видимо? Поэтому слушаешься, Вася. Ты же вообще жесткий узурпатор. Можно усики? Можно? На Д'Артаньяна похож? Каналья! А у меня вопрос, это в сторис пойдет? Нет. Мы помним. Да, у меня коллега на работе. Следит за мной, что ли? За тобой? Да. Да. А, да. Ты сказала, что это, типа, приболела, да, сама сидишь, татуху делаешь. Я по семейному обстоятельству. Так, мы подрезали, сейчас можно немножко маленьким магнумом прорисовывать. Так, маленький магнум. Получается без подравнивания, не подлазит мне. Вообще классная тёлка. А что надо на работу брать?
Новый год убрать? Это всегда 8 марта убирается. Какая ты сегодня красивая, Лен. Добрый день, за кого? Да. Синие тапочки надевать? Дарья пришли. Куда? Ты что делаешь? Педальку пытаешься починить? Да. За 500 рублей. А я вазелинчиню. У нас уже под вечер, немножко силы, как сказать-то, силы на исходе, да. Кровоточит рана. То, что у вас там кровоточит, это не рана. Взгляд прям вообще шикарный. Сейчас еще не до конца. Вот у нее... Не до конца еще доделал. Это еще беленький будет. Светлым будет проходить. А то есть кой вас, Саша, она чуть еще не такая. Вообще тут со звуком все пишет. Да нет, просто интересно. Она глубокие мысли говорит, серьезно. Да? Ну да, ей интересно слушать. Послушаем. Согласна. Здесь вот перекрытие чуть-чуть видно. Вот вот. Серые пятна. Но оно потом все равно закроется. То есть я сегодня закрашу. Заживет. Еще пару раз пойду, еще не будет видно старой татуировки. И он быстрее мне? А, тут же вообще не бельмес по-английски. Я English problem. Она говорит, не проблем, а... I don't speak English. А прям с мамой мне нарисовать не надо. Сейчас основные еще, ну,
оттенки положу, не маленькая иголка будет. Горелочка тут ровнее. Вилли, что ты это? Шевелишься. Просто сейчас у меня нос не получился. Где-то. Нет, получился кривой. Гриер. Это ты учишься? Нет, уже. На кого? Не знаю. Тебя выгнали, что ли? В смысле? Нет. Мы же уже не учишься? Нет, говорю. Катя, почему тебе эта сегодня татуировка не нравится? Это слишком ярко для меня. Не хочешь выделяться из толпы, да? Мне нравится ЧБ. Мне даже не нравится ЧБ с цветным акцентом. Тебе что получается-то вообще? Как у нас вообще смотрится со стороны? Вот там. Хорошо, да? Угу. Все готово. Где клиента, сука? Лишь бы не сбежала мне. От страху. А я начал снимать. Я тут полчаса снимаю. Видео только. Надо было красную кнопку нажать. Да-да-да. Ну-ка, поверни чуть-чуть. Не, ту сторону и потом обратно. Да, вот так. И обратно давай. Хорошо. Что будем делать тебе рукав?